через грязное стекло-то, блядь, снимаю. Через это, Привет, Ванька. Так, где речуха-то? Речуха-то где? Я ее не заметил. Есть, да? На обратно пути война отловить. Рули. Да. В общем, проехали 300 км. Осталось нам еще 700 км. И нормально. Там уже там был этап, уже поклевал сейчас. В общем, все путем мы доехали. Дорожка была не из лучших. Сейчас пойдем за водой, затопим баньку. У нас рыбалка завтра, так-то по плану. Ты типа с бидончиками с этими, да? Давай. Все. Идем на колоночку. А куда пойдем-то? Вон туда. Все. Хорошо. Тишина. Находимся мы в поселке Тупрунка. Тупрунке. А? Это что-то типа зимних, наверное, санок каких-то. Вот она. Жизнь. Жизнь деревенская. Да, тут вообще никого нет. Тогда вообще прям это. И лето, да, хотя? А прикинь, зимой. Блядь, их надо было одевать-то эти, Вань, блядь. Болотники, хули, все ноги сырые. А? Комары так с размером с паутов у нас. Прям воздух, прям. Кто, колонка-то?
вот, чуть-чуть пораньше от него вообще трудно. В смысле, в плане чего? А, покид. Так мы и так можем так успеть. Время так-то уже поздновато, если честно. Ну ведь не сказать, что такое маленькое-то, да? Поселок. Так что вот, все поуезжали. И никого ничего не осталось. Вот она. А не надо дергать, а просто нажал. Просто нажал и все. Ай, комары просто здоровенские. Просто здоровые. А тут эти розетки-то рабочие? Где? Зарядить-то все. Больше. Ага. Откуда она возьмется-то? Нехилась бабки. Поселок здоровый, но половина домов все брошены, все уехали. Это, в общем, мы приехали 350 километров от Кирова. Где-то так. 350? 350. Дорога местами плохая. То есть как местами? 150 километров ее вообще нету нахуй. И все. Я после всего охуел, когда сказал это, через деревню бы проехать. Да, через деревню бы как-то проехать. Ебать, я говорю, что зарежут, то нахуй сейчас еще. А много на этих ходок-то? Там два бочка, наверное, за раз наполнит. Так что вот так вот. А мы сейчас баньку затопим. Посидим, погреемся. За знакомство. Чокнемся. Потому что у нас мы как бы вот сегодня приехали. Опа, ничего себе, он мне напился. И все, завтра поедем рыбу ловить. Это как. Это маленькое вступление. Ну все с ведрами. Все, короче, поволок и ведра. Давайте. Так, ну, собственно. Собственно, загружаемся. Игорь, а? Я уже поймал. Что там у тебя? Так, на-ка, Иван, это брось. Так. Ты хоть что кидаешь-то? Какие эти-то? Воблю, даешь? Так, так что у нас получается-то? Все? Просто, блядь, вот. А, если по поводу, по поводу премии, да, взяли, да? Взяли у нас все, сказали, одна двушка, еще полторашка. Ну, нахуй-то она нужна. Угу. Ну что, все? Так, на-ка, эту-то держи. Опа! Так, 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 что тут, где тут она у тебя? Оп! А, так что надо было от этого отцепить-то? Не-не. Вместе с этой? Так, ее что, куда? На нос руки положить. Может, пойдем-то, ебать в рот, как полетим сейчас, нахуй.
Опа! Так, что получается, Иван? Расправлять надо, ну? Мы на этом моторе-то и не ездим. У нас своя. Где же 8? Там же красота. Я один тогда вот едет. Что-то там-то тоже видишь, все с моторами стоят. Ну ты бы жил у реки тоже стоял котировку, да? Вышел бы в 3, как ты хочешь. До 3:30. Погазовал тут, посидел. Так, что надо оттолкнуться, наверное, Вадим, что надо, и выйдем, ни хера. Иди отталкивайся, что видишь. А что, как я оттолкнусь? Давай, давай, вот так вот, ага. Все. Это не особо мощное, это, да? Куда положил-то? Куда? Ну, куда, где? Черный чемодан вот здесь ложи. Вот тут. Пизда, карьер открывай, батя, заводишься. Ты ведь видел?
каждый раз было чернее. По 5 ведер. О! И отпал сразу тут. Оп-оп-оп-оп. Что там, зацеп? Нет, что-то есть, смотри-ка, что. О! Забагрился. Вот горбачок-то хорош так-то. Так он смотри, как попался. Я говорю, а он смотри, он не заглотился. Нормально. Такой нормальненький горбачик. Ой-ой-ой. Давайте там ведро-то. Ведро-то, Вань, давай. Оп, открывай-ка на его. Нет, что-то еще не успел. Блять, сучок какой. Вань, ну-ка, что, где он там? Он заебал, в разную сторону прыгает. Вот это второй-то хорош. Стоят акушары-то, короче. Где-то здесь попали вот, да? А. Он сидит здесь. Оп-оп-оп-оп. Хорош. Как-нибудь достроим. Ну, начало уже есть. Бля, я сейчас лови его опять 3 года тут по этой лодке. Так? Оп-оп-оп. Это охуенчик, вообще охуенчик. Хорошо, горбач прет. На, побольше может им водички? Сдох. Ну, можно побольше. Капла вода там. Чем черпануть? Че, да ты заебал, ёпты. Блять, нормально он тут засел. Он пятеркой, блядь, черпанул. Давай, Вань, на эти, на жерлички гаси. Вот можно так попробовать жерлички поставить. Там лучше поставить. Имеешь в виду, это пятерка? Типа не приняла, такой, о, сидит уже, все. Кидай туда, нахуй, на тот берег, блядь. Ебал вам, Таванчик. Сюда, нахуй. О, хорошо.
Что-то да. Так ты что, бы сильнее толкнул-то, бля? На, тебе было, бля, держать. Сейчас мне на лодке сфоткаешь, с рыбой сфоткаешь, ой, всяко сфоткаешь, с двумя щуками-то нахуй. Так, заряда осталось 9%. Экономим на крупную. Все равно должна быть. Тоже надеемся, что, блядь, должна быть. Крупная. Что там стоит? Сморчок рассматриваешь, что ли, что? А, стоит, блядь, там. Стоит, рассматривает, блядь. Ебать же, урон. Видишь, рыба-то плещется. Есть это, есть тут. Бели-то тоже дохерища, наверное. В прошлый раз ездил и поймал подъявочка. Так, что, на это же? Это-то одубенело уже все, пизда. Еще нет, блин, смотри-ка, что ожила, ёпты мой. О, нормально. Че ее так туда и бросить, да? Можно и почистить сразу нахуй все. Какие-то хотя бы выпустить надо. Там и окуней надо, блядь, что-то смотреть, которых нахуй чистить, которых. Жарища такая, ебать-то, урод, блядь. Ну, окуни-то. Поздыхали все нахуй, мне кажется. Щечка-то, конечно, блядь, побольше бы ее. Да, Иван? Перекус рыбака, чек, ёпт. Да, что спешили, ни соли, ни хуя, ничего не взяли. Как будто ливанул там тонну, будто, блять, а. Все.
А это у него хвост, походу, откусил, еще больше щукана. Так. Что сделаешь? Блять, палок-то нет, путин. Да видел, как он. Палочку. Две палки засовывают, короче, в рот. Ну. Прокручивают все вместе с жабрами, с кишками. Ну. Ну-ка, покажи-ка. Да, я не знаю. На, вон, рогаточку, блядь, лучше бы сломал. Да хули я тут видишь. Ну, сломай. Я пробовал, вытаскиваю. Главное, начало положено, бля. И все. А майонез мой любимый, блядь, не взял. С колбасой. У меня так-то еще с тех рыбалок каша гречневая осталась. Банка? А? Банка? Да. Погоди, 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 сниму. Наоборот надо. Лайфхак сниму. Палку-то. Куда? Рогатиной туда. Нет, я так засунул. Короче, не как надо. Чистить окуня? Я тебе говорю, так не вытащишь. Опа! Вань, что-то там вот ничего надо. Не зацепляется. А, вот надо, ты вот сделай их одинаковыми, блядь. Что, как показывали, я так и делаю. А, ну, ты знаешь. Так, я просто взял вилочку, как бы. Сейчас попробую. Ну-ка, давай. О. Опа. Так. Опа-опа, крутим. Две палочки берем, оп, нет. Хуй. Оп, все вылезло. И что это, типа, это что, кишки все вылезло? Да, что, вон, смотри, там, бля, пустота. Ну-ка. Оп. Сейчас разрежем, посмотрим. Пустота. А, хорошо. Перекусить тормознули. Пусто? Чисто. Все. Ну что, давай как-то все. Так, и уже вроде все не очень. Вот опять, в очередной раз. У Игоря все опять сложено. Все сложено, все. А вот... Видел там вот это, вода от речушка, она что, не родниковая вода эта вот вода? Mm-hmm. Короче, на вот, Иван, это твое тут бодяж. Как что там? Можно запугать, да? Да. По идее.
Что, перловку или гречу тоже открыть? Че, щуку-то как? Ладно, одной мамки хватит. Заколку или? Блять, все, что-то болит. Вода, Вань. И что, и хлеба, блядь, буханку взял одну всего лишь. Спизде. Разуй маленечко. Смотрите. Хорошо. Вот сейчас бы сейчас колбаски просто нарезал. Положил. Выбей. Поставь пока кассу-то. Ну все, сейчас перекусим и дальше летим.